Всем привет! Сегодня хочу показать простой, но довольно интересный опыт по получению электричества из неоновых ламп. У меня на столе разложены несколько неонок, тиротрон, мультиметр с установленным режимом измерения 2 вольта, источник света, это энергосберегающая лампа на 30 ватт. В общем, такие лампочки можно найти в старых советских телевизорах. Это лампа EN3. Внутри лампы находится такое окошко. Над окошком такая вот пластина. Лампа имеет два вывода. Здесь у лампочки есть индикатор. Это индикатор, обозначающий нумерацию контактов. Слева первый, справа второй. Внутри лампы находится газ-неон. Есть вот такая лампа MN3, это, по-моему, самая низковольтная неонка. Внутри лампы также находится газ-неон, есть подобная пластина, сейчас попробую показать, здесь лучше это просматривается. И под пластиной находится такая вот черная таблетка, это радиоактивное вещество, которое позволяет этой лампочке загораться при более низком напряжении. Это тиротрон МТХ-90. Внутри колбы находится также газ-неон. Ну и сейчас проверим, какое напряжение способны выдать эти лампы при воздействии на них источника света. Первая неонка будет от телевизора. Ну, как видим, в отсутствии источника света лампа у меня сейчас прикрыта листом. Показывает напряжение практически нулевое. И теперь я буду помещать эту неоновую лампу внутрь энергосберегающей, там самое яркое место. Мы посмотрим, какое напряжение сможет выдать данная неонка. Ну, как видим, мультиметр показывает около полувольта, 440 милливольт. Если лампочку вытаскивать, напряжение падает. Вот, показала 600 милливольт. Практически. Теперь проверим, сколько может выдать тиротрон. Также помещаю внутрь лампы. И наблюдаем напряжение практически 1 вольт. Ну и в заключение проверим лампу MN3. Также помещаем ее внутрь сберегающей лампы.
Как видим, предела измерения уже не хватает. Напряжение около 2 вольт. Вот так, в таком положении, почти 4 вольта. Этот эффект называется фотоэлектронная эмиссия. Это эмиссия электронов из вещества при воздействии света. На сегодня все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и всем удачи!